Деда Мороза в нашей стране воспринимают как главного волшебника, того, кто дарит людям подарки. Но один день в году он их получает сам. В Мытищинском центре реабилитации инвалидов «Мечта» прошла библиомозаика, посвященная дню рождения Деда Мороза. Праздник отмечается 18 ноября, и все желающие могут направить письмо Великий Устюг с поздравлениями или подарок, сделанный своими руками. Цветная бумага. Они будут пользоваться ножницами, клеем, соответственно, и еще вата, да, для создания объемной бороды. Перед тем, как участники приступили к изготовлению подарков, они посмотрели фильм о главном волшебнике Нового года, его братьях с разных уголков планеты и почему Дед Мороз живет в Великом Устюге. Но главное сегодня сделать подарок. Да, уже бывал тоже, да. Давай, мой жучок, его расскажи. Не знал, что сегодня, оказывается, день рождения у Деда Мороза. Вот. И я узнал, что у него, что, оказывается, все новогодние рождественские волшебники являются братьями Деда Мороза. И сегодня, в этот праздник, я сделал для него подарок. Улыбки, горящие глаза, каждый пришедший наполнял зал позитивной атмосферой. Получился настоящий праздник. Да, это люди с ограниченными возможностями, но у большинства из них есть множество талантов, которые они стараются развивать. А эти портреты уже скоро получит Дед Мороз. Все рисунки будут отправлены в Великий Устюг. Андрей Колосов, Денис Петров, Первый Мытищинский.